Всем доброго времени суток. Сейчас у нас 12 декабря 2017 года. Вчера у нас был снег, насыпал, мороз. Сегодня уже его нету, за ночь все растало полностью. На улице сейчас тепло. Передавали до 11 тепла по югу Беларуси. Находимся мы в Беларуси, юг. Вот я решил к ульям сходить, посмотреть, что на них творится. Так как тепло, в одном уле я доску представлял, чтобы ветер не дул. Это я пришел эту доску поставить в прилетное положение. Так как тепло, а сейчас отъеду по делам, докрашив, поглядеть, доску отставить, чтобы если вылетят пчелы, так смогли улей зайти. И вот одном из ульев, по моим предположениям и было, вылетели немного пчелы. Куда они летают сейчас, непонятно, наверное, за водой. Но что это не облет, а целенаправленные полеты. Вот подошел мой кот, глядите еще, рыжик. Пчелки довольно резвые такие. Напомню, что сейчас 12 декабря. Буквально вчера еще ночью морозик был, наверное, градусов до 5. То, что ледик замерз сантиметра где-то полтора в корыте с водой. А сегодня уже ни снега, ни мороза нету. Настоящая весна. Ну вот, со вчерашнего дня даже лед лежит еще местами. Я где ногой ходил, я так поставался, подзамерзал. Во всех остальных ульях тишина, покуда. Ну вот здесь тоже пчела сидит одна. Конечно, если б нормально облетели, возможно, что есть то, что на улице тепло. Если бы по-быстрому вышли на облет, так облетелись бы. А так, покуда распогодится, да прогреется воздух нормально, так особо и не вылазит ничего. Моя банка лежит, осы дохлые там. Накрывала так вот крышкой с дыркой. Они туда залазили. Лежу, еще он в одном улье начали вылазить тоже. Может, после обеда более прогреется воздух, так немного даже и облетятся. Неплохо было бы. Но то, конечно, то не очень, что зимой перепады такие. Вчера был минус, сегодня плюс. Я уже их и поутеплял, и с боков поутеплял внутри. Ну вот. Здесь лед, и там лед. Здесь тишина на литке. Какие-то крошки восковые. Кот все под руками лазит наш следом. Он еще один. Вверх я на ульях понакрывал техноликолем толстым таким. Рубероид ненадолго хватает. Это посмотрим. Уже год простоял. Довольно плотный, хороший. Внутри армированный стеклотканью. Вот где рубероид был у нас. Покажу, что с ним уже рассыпается. А под низ пленки положил. Здесь пчел немало там будет. Здесь тоже техноликоль лежит. Под низом рубероид. Надо планки эти поотрывать, да прикрутить шурупами его. Thank you.
Ладно. Посмотрели, что у нас тут делается. Пчелы летают. Нормально. В двух ульях пускай летает. Потом съезжу в районный центр по делам. Там приедем уже, да, побачим, что тут робится. Еще у нас мост через Припять переломался, но не упал, так подвис. Так что сегодня поедем через понтоны. Военные наладили дорогу понтонную через реку. Буду ехать, так засниму, что там делается. Ну, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. До свидания.